Это оперативное видео нам предоставили судебные приставы. Почти полтора года длилась тяжба между сыктывкарским магазином «Ваш дом» и покупателем. Яблоком раздора стал телевизор марки Samsung. Уже дома девушка обнаружила царапины на панели телевизора и нерабочий разъем для штекера. Однако торговая точка отказалась заменить некачественный товар. Дело дошло до суда. Служители Фемиды вынесли вердикт в пользу покупателя, но это решение магазин проигнорировал. Заменить товар получилось только в присутствии судебного пристава-исполнителя.